Жители двух общежитий в Нарьян-Маре выступают против управляющей компании по КТС. Причина этому – высокие платежи и отсутствие содержания. Для того, чтобы разобраться с этими вопросами, жильцы обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. После этого в региональном исполкоме Народного фронта состоялось заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни», на которое были приглашены представители по КТС и городские власти, работники прокуратуры округа и специалисты Гостройжилнадзора. Встреча прошла при непосредственном участии самих жителей этих домов. Нет, вот тут прям посередине уже скучился пол. В таких условиях Татьяна Носова живет больше 20 лет. Дырявый пол, отсутствие водоснабжения и газа, а также общий туалет на несколько комнат. И за все это она платит в месяц больше 11 тысяч рублей. Надо сказать, что площадь ее комнаты всего 22 квадратных метра. По документам это общежитие значится как многоквартирный дом со всеми удобствами. И что самое удивительное, появился лифт, которого здесь никогда не было. Многоквартирный дом. У нас многоквартирный, я не знаю, у меня что, несколько комнат или что. Они даже здесь не были. Ну как вот можно считать? Они берут за газ. Где у нас газ? Это я вообще не знаю, эти у них такие расчетки, я вообще не понимаю. Вчера вы вот были на собрании, были люди, которые живут в квартирах, у них меньше, это как его, чем у нас. Соседка Татьяны Носовой платит за коммуналку управляющей компании ПОК ИТС больше 16 тысяч рублей в месяц за две комнаты. И также стоит в очереди на жилье 24 года. Надо сказать, что Ольга сирота и одна воспитывает сына. Эта сумма для пенсионера просто огромная. Меня поселили как сироту, обещали квартиру дать. Но какая квартира-то? Всю жизнь на стройке росла, как работала, городу отдала всю свою силу, даже до пенсии работала. Вот сейчас пять лет работала в Кармановке, ну, как строительная организация, живу без перерыва, без отпусков, без всего работала. Доработала, и потом уже узнали, что пенсионерка, да и выгнали. А это дом по улице Заводской, 9А. Условия проживания здесь не лучше. Но, по мнению экспертов, их дом не признан аварийным. И также по документам является многоквартирным. Кроме этого, здесь появился даже третий этаж. Как и когда он стал таковым, жильцам неизвестно. Жители этого дома предлагают городским властям самим пожить в таких условиях и потом принимать подобные решения. Вот мне охота через телевидение сказать вот этой, что написала с администрации гражданка Сергеева. Я бы желал ей переселиться в ее квартиру, а ее сюда. Я посмотрел бы, как она там. Пожила бы хоть дня, недельку. Тогда бы таких писулек не отписывала. Управляющая компания ПОК ИТС взяла на обслуживание дома номер 5 по улице 60 лет Октября и 9А по улице Заводской в январе этого года. В перечне ее услуг числится уборка подъездов, мойка стекол, уборка общих туалетов и лестничных клеток, осмотр крыш и чердаков, текущий ремонт коммунальных систем, техобслуживание систем вентиляции и дезинфекция. По факту ПОК ИТС ничего подобного не делает. И, как говорят жильцы, мэрия в курсе этой ситуации. Куда не обращались, это что, мало куда не обращались, нет никаких движений. Это вот вы понимаете, это же то же самое, что вот случаются пожары, все это. И все, и всем ноль эмоций. Никто не, ни управляющая компания, ни администрация, ничего не это. Туалеты, ну вот куда людям ходить в туалеты? Там все, полы упали. Это прямое падение, все забито, все это. Как жить? При этом счета за якобы предоставленные коммунальные услуги управляющая компания регулярно выставляет и требует их оплатить. При этом сумма коммунальных платежей за последние 3 месяца значительно выросла. Во время встречи жители в один голос рассказали активистам ОНФ, что из всего списка услуг коммунальщики лишь убирают придомовую территорию и вывозят мусор. Как выяснилось, в управляющей компании не все в порядке с кадрами. Чистить снег и выгребные ямы, о которых просят жильцы этих домов, приходят люди, не состоящие в трудовых отношениях с ПОК ИТС. Речь зашла о неком Романе. Реально, как бы он не чистится ни в какой конторе, как бы его, ну, попросили, как бы, так скажем, не оформляя никаких трудовых отношений, как бы выполнять, как бы, эти работы. И, ну, там, конечно, фигурировала фамилия не работника управляющей компании, как бы там кто-то, так скажем, по договору, да, но я думаю, что управляющая компания в курсе таких ситуаций. Это в принципе не надоело.
ОНФ в Ненецком округе намерен не только добиться качества предоставляемых коммунальных услуг управляющей компании, но и перерасчета за несделанную работу от коммунальной организации. Как объяснила управляющая компания, что жители должны писать заявление на перерасчет? Вот несколько жителей у нас писали по поводу этого заявления. К сожалению, перерасчета они не получили. Хотя, в принципе, как выяснилось, управляющая компания в курсе, что те работы, которые она не оказывает, она все-таки за них выставляет счета. Мы считаем, что это в полном смысле обман населения, обман своих, жителей. То есть люди готовы платить, но готовы платить только за те услуги, которые им оказываются. Ну и в принципе это дискредитирует, наверное, не только, все дискредитирует, вообще всю систему ЖКХ, потому что это такое, грубо сказать, наверное, разводилово. Да, Как заявляют жильцы этих домов, они уже обращались в ПОК для перерасчета, но так ничего и не добились. Кроме того, в управляющей компании им откровенно заявили, что если вы будете жаловаться, штрафы будете оплачивать сами. Представитель Госстройжилнадзора предложил жителям этих домов составлять акты о каждой проделанной работе. И подписывал это так, председатель совета дома. Если председатель совета дома не подписал какой-то акт, значит, по факту уже работа не выполнена. Значит, уже имеет основание требовать. По итогам встречи было решено направить письмо в адрес администрации округа и в мэрию города, как учредителю этой управляющей компании. Если счета в квитанциях не изменятся, а ПОК ИТС не возьмется за работу, участники встречи будут обращаться в прокуратуру. А на вопрос жителей, как их дома стали многоквартирными, представитель мэрии отвечать отказался. Стоит отметить, что представители ПОК ИТС на эту встречу не пришли, назвав ее смешной. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».